Хайстани Масин, вице-президент Армянского национального конгресса Левон Зурабян заявил, что Армения не в состоянии обеспечить свою безопасность даже на 5%. В эфире YouTube-канала Гава ТВ политик отметил, что во всем этом виновата сама Армения. Лукашенко всегда отличался экстравагантными заявлениями. Однако он никогда с такой ненавистью не говорил об Армении и ее руководстве. Подобное происходит первый раз. Мы должны сами у себя спросить, кто же в этом виноват. По мере роста военной силы Азербайджана, а также ослабления Армении, гарантом прекращения огня стала не Армения, а Россия, что является ограничением нашей независимости. После войны мы стали свидетелями крушения нашей государственности. Сейчас создалась такая ситуация, что наша доля в обеспечении собственной безопасности составляет всего 5%. Остальное в руках России. И ответственность за это несет Никол Пашинян. А Россия эффективно этим пользуется. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!